шоурумы российских дилеров Mitsubishi поступил обновленный Eclipse Cross. Пожалуй, самое любопытное, что отныне модель предлагается в двух модификациях. Помимо прежнего турбомотора в 1,5 литра, покупателям доступен и двухлитровый атмосферник, хорошо зарекомендовавший себя на Outlander и 10-м Lancer. И в том и в другом случае двигателю аккомпанимирует бесступенчатая трансмиссия CVT-8. У двухлитровой версии привод передний, у полуторалитровой — полный, интеллектуальный Super All-Wheel Control. Двухлитровый атмосферный мотор прежде всего предоставлен для того, чтобы у наших покупателей была возможность выбора. Не все покупатели положительно относятся к турбомоторам. Двухлитровый, атмосферный, без непосредственного впрыска, с обычными классическими технологиями для многих наших покупателей является более предпочтительным вариантом. Что же до внешних изменений, то Eclipse Cross получил новый передний бампер, капот, радиаторную решетку, а также полностью светодиодную оптику. Освежилась и задняя часть. Японцы отказались от смелого дизайна с фонарями на спойлере. Теперь корма выглядит более традиционно. Длина автомобиля подросла на 140 мм из-за увеличившегося грузового отсека. На 1,5 сантиметра вырос клиренс. В салоне появилась панорамная крыша, новые материалы и фактуры обшивки кресел, а также обновленная мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном и механическими рукоятками. При этом исчез проекционный дисплей и тачпад информационно-развлекательного комплекса. Против этих элементов выступили сами клиенты. Мы проводим исследования среди владельцев наших автомобилей. Мы прислушиваемся к их мнению, и если большинство владельцев высказывается против какой-то опции, то мы, соответственно, при следующих обновлениях ее удаляем. Это позволяет сделать машину немножко дешевле. Ну, собственно говоря, зачем платить больше, если вы все равно не пользуетесь этой опцией? А вот что осталось без изменений, так это широкий список безопасных опций. В их числе, например, мониторинг мертвых зон, круговой обзор, система смягчения последствий лобового столкновения и предотвращение аварий при движении задним ходом. На выбор покупателя предлагается три комплектации –